Всем привет! Сегодня поговорим об энергетическом напитке под названием Горилла Калифорния. Как вы помните, у меня уже был обзор на зеленый, получается, и желтый. И сегодня у нас очередь вот такого вот напитка. Я его впервые увидел, раньше такую гориллу не встречал. То есть она у нас, как видите, ну фиолетовая еще можно назвать. И тут написано Калифорния. Так. Ну, давайте почитаем вообще, что тут. Так, где тут на русском? Горилла Калифорния, в названии ничего нет, значит, фруктоза. Так. Морковный сок здесь есть. Это уже страшно. Таурин, кофеин, так, сахарный колер. Кофеина здесь 25 миллиграмм, таурин почему-то на гориллах не пишут. В общем, ничего не понятно, с чем он, потому как больше каких-либо вкусов здесь не названо. Ну, стоит он также 40 чем-то рублей, 49 что ли. Ну, давайте попробуем. До этого пить его не доводилось, он аж парует так. Ой. Ну, запах мне как-то... Как-то меня уже запах настораживает, потому что, блин, пахнет, знаете чем? Ногтями. Ой, не ногтями, а вот этим лаком для ногтей. Блин, реально, бензином и ацетоном и лаком для ногтей пахнет. Походу, это морковка. Вот так вот он выглядит. Короче, выглядит он как Кока-Кола, только чуть-чуть светлее. Ну, коричневое такое вот, прозрачное. Что-то, если честно, не хочется мне его уже пробовать. Ну, мне запах не очень как-то нравится. Ну, ладно, давайте попробуем. Блин, вы знаете, я вот где-то встречал уже такой вкус, но не в энергетиках точно. Я не могу понять, что это, лакрица, что ли? Какие-то мармеладки, например. Но здесь написано, что в составе сок есть этот морковный. Вы знаете, на послевкусии вот есть чуть-чуть, да, морковного чего-то такого. А так он достаточно сладкий, но вкус у него, ну, то ли лакрица, я не знаю, то ли вот мармелад какой-то. Не мармелад, ну, короче, что-то вот знакомое, но что, не могу вспомнить. И тут как бы, блин, не написали они, ну, с чем это. Хотя по-русски бы написали. Ну, даже в составе только написано, что сок морковный, все. Какие тут ароматизаторы, какие красители, не конкретизируются. Вот так вот, кстати, выглядит. Да, здесь еще такой значок, Road 66. Я думаю, вы знаете легендарную эту трассу в Америке. Короче говоря, в принципе, пить это можно, но я как бы... Я бы вам его не стал, не знаю, если вам просто хочется какой-то необычный вкус понять, познать, то, конечно, возьмите. Но, блин, мне лучше зашел вот желтый и зеленый. Этот, ну, поймите, он неплохой, он специфический. Какая-то лакрица, если вы знаете, что это, разбавленная. На послевкусие морковка и все сахарное, химия, ну и такое, ну чувствуется, что не натуральный сок. Короче говоря, просто специфичный. Я не могу сказать, что это плохо, это просто специфический энергетик. Я его больше как бы брать не буду. На любителя, очень сильно на любителя. На этом все. Всем спасибо и